Что? Тебя не существует, ты просто из игры. Смешная шутка. Думаешь, меня не существует? Конечно, не существует. Вот сейчас ты сильно ошибаешься. Ну и как ты докажешь, что существуешь? Я к тебе приду домой. Говори адрес. Не буду я тебе говорить. Ты же хотел узнать, что я на самом деле существую. Ну ок, давай. Жди меня сегодня ночью в 2:35. Так поздно? Ну ладно, давай, жду. И я уже подхожу. Смотри в окно. Реально? Я тебе не открою. Я дверь выбью. У меня ведь с собой моя дубинка. И я... Полицию сейчас вызову. Ты не сможешь. Ах ты, сейчас соседи придут. В этом доме уже никого нет. Как нет? Что ты с ними сделала? Сейчас я тебя отвезу в такое место, где тебе никто не поможет. Развяжи меня. Сейчас я тебе рот скотчем заклею. Вот теперь сиди тут. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Поставите лайк, подпишитесь на канал, если не подписаны. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также я снимал это видео со своей сестрой Ариной. Она играла... роль Гренни. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.